Привет, привет, друзья! Вы на канале Раунд Мира, и мы находимся в столице Малайзии, в Куала-Лумпуре, и будем говорить про отель Big M. В первую очередь, хочется сказать про локацию. Буквально в 500 метрах отсюда, я смотрела по карте, уверена, находится исторический центр города, площадь Таран-Мердека. В 600 метрах в другую сторону находится старый коммерческий центр Чайнатаун, то есть очень рядом. И в трех станциях на метро находится башня Петронас. Видите, все очень-очень близко. Если говорить про транспорт, именно в этой точке сходятся три ветки метро. Очень удобно. Вы можете уехать в любую точку города прямо отсюда. Это станция Мажид-Джамек. Кроме того, отсюда, от отеля до станции, 10 метров, да? Станция Мажид-Джамек, отель Big M, 10 метров, станция, отель. Очень удобно, если вы с чемоданами или с сумками. До очень крупного транспортного узла KL Central, в который вы прибудете с аэропорта на автобусе или на аэропортовой электричке, здесь ровно две станции метро, тоже удобно. Кроме того, здесь рядом, буквально в нескольких кварталах, находится станция автобусная Пуду Централ, с которой тоже можно уехать в аэропорт. Мы доходили до нее буквально недавно, это 3-4 квартала, действительно очень близко. Поэтому расположение прям очень удобное. Центр города, центр транспорта, удобно во всем. А сейчас пойдемте и посмотрим наш номер. Ну вот мы у нас в комнате, по порядку, что здесь есть. Есть кондиционер, работает хорошо. Есть плоский экран, русских каналов нет, но есть гнездо под флешку, поэтому можете закачать, что-то привезти с собой, спокойно смотреть, мы так и делаем. Фрилансеры оценят наличие рабочего стола, он маленький, какой-никакой, все-таки есть. Касаемо интернета, входящая скорость 3 мегабита, исходящая 1. Вполне достаточно для того, чтобы проводить видеозвонки по скайпу или смотреть видео с котиками. Следующее, что здесь есть. Есть сейф. Сейф работает, все отлично, все очень к месту. И вы можете видеть, мы реально здесь живем. Во всех номерах, про которые мы рассказываем. Как видите, окна нет. Но когда вы бронируете номер, вы всегда видите... Booking показывает, с окном комната или без окна. Поэтому не надо бронировать без окна, потом писать странные отзывы, что вот недостаток в номере, не было окна. Вы всегда знаете об этом заранее. Мы сделали это намеренно, потому что такой номер стоит гораздо дешевле. В этом есть плюс, в этом есть минус. Плюс в том, что сон очень глубокий, очень крепкий, просто как нигде. Минус в том, что вы никогда не знаете, сколько времени там. Вы проснулись утро, день или вечер, никто не знает, пока вы не посмотрите на часы. Момент следующий. Есть чайник, кладутся два пакетика с кофе, есть фен для волос и каждый день две бутылки воды бесплатно. Кровать очень мягкая, очень удобная, и надо сказать, что в номере чистота просто на пятерку, то есть постельное белье, вымыты все углы, мы даже смотрели там где-то на самых верхних поверхностях, реально чисто. Теперь пойдемте посмотрим ванну. В ванной полагается набор мыльно-рыльного на каждого жильца. Здесь есть диспенсер с шампунем и есть горячая вода. Минус, наверное, в том, что душевая кабина не закрывается, и когда вы моетесь, вода просто везде. И казалось бы, номер такой маленький и предназначен только для того, чтобы в нем спать или принимать душ. И это правильно, потому что в этом отеле у вас есть три различные функциональные зоны, которые вы можете использовать. А теперь пойдемте и посмотрим две других. Ну вот, следующая функциональная зона находится на 7-м этаже. Это очень удобная зона для работы, для того, чтобы покушать здесь. И вот из этого окна вообще отличный вид на башню Минара, очень красиво. Также вы можете здесь пить и брать водичку в номер, потому что здесь есть кулер с горячей и холодной водой.
Вы можете приготовить еду, потому что есть микроволновка, есть раковина, и здесь очень удобная зона для отдыха с диванами. Кстати, пойдемте посмотрим еще одну функциональную зону. Ну вот, последняя зона – это открытая терраса на том же самом, на 7-м этаже. И это замечательное место, потому что здесь отличный ночной вид, здесь есть столики, есть стулья. Здесь можно отлично отдохнуть и провести время с тем, с кем вы приехали, или, может быть, со стаканчиком сока. Если вы курите, курить можно здесь и только здесь, потому что отель не курящий, в номерах не пахнет куревом, это прям классно. А вы на канале Раунд Мира. С вами Дима и Мира. Если видео было полезным и информативным для вас, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Это очень мотивирует нас снимать еще. До новых встреч!